На строевом плацу воинской части 6506 Национальной гвардии Республики Казахстан, дислоцированной в городе Шымкент, прошло торжественное мероприятие по случаю увольнения в запас солдат призыва 2-2022, отслуживших установленный срок службы. В рамках мероприятия 97 солдатам срочной службы были вручены сертификаты о поступлении в высшее учебное заведение на бесплатной основе. На мероприятии приняли участие командование воинской части, ветераны, а также родные и близкие солдат. Во время прохождения службы в части я проходил ежедневные занятия по физической подготовке, государственно-правовой подготовке и по другим направлениям показывал хорошие результаты. За это мне предоставили возможность поступить в ВУЗ. Данный проект был инициирован главой государства Касым-Жомартом Токаевым с целью поощрения граждан к срочной воинской службе и повышения престижа армии. Я считаю, проект поможет повысить мотивацию ребят. Поздравляю всех солдат. Пусть эти сертификаты помогут им построить лучшее будущее. Проект «Срочник 02» приносит свои плоды с прошлого года. Значительно увеличилось количество граждан, принявших решение добровольно поступить на военную службу. По республике в этом году из числа Национальной гвардии было отобрано более 6 тысяч солдат, которые стали победителями конкурса. За период вашей службы были достигнуты результаты по выполнению боевого состязания. И благодаря вашим усилиям выполнены все поставленные перед частью служебно-боевые задачи. Вы внесли достойный вклад в обеспечение национальной и общественной безопасности Родины. С честью выполняли все возложенные задачи. Следует отметить, что солдаты, прошедшие срочную воинскую службу, с этими сертификатами могут поступить в ВУЗ в течение 2 лет. Ернур Бабеев, Алмазан Мегалов, новости.